Две древние загадки волнуют мое воображение. Обе они связаны с путешествием арабского посольства к северным границам мира. Сохранилась книга, написанная секретарем посольства Ахмедом ибн Фадланом. В книге описано множество чудесных явлений, часть из них не объяснена до сих пор. Остается тайной, не являлось ли это путешествие литературным вымыслом ученого-араба. И вторая загадка. Если странствие все же свершилось, что искали послы багдадского халифа, рискнувший достичь конца обитаемых земель? Возможно, ответ заключен в дате начала путешествия. 21 июня, четверг, 921 года. Этот день летнего солнцестояния считался у древних персов и арабов благоприятным днем для начала путешествий, связанных с познанием мира и поиском божественной истины. И звезды не обманули путешественников. Те же звезды подсказали мне фантастическую возможность оживить эту рукопись через 1000 лет. Дербент был городом, хорошо известным средневековым арабам. Многие купцы и путешественники с изумлением рассказывали о его оборонительных сооружениях. В средние века родилась легенда, что эту гигантскую стену приказал построить Александр Македонский, чтобы преградить путь мифическим диким народам Гог и Магог. В X веке эта стена словно разделяла пространство на известный и неизведанные миры. Это был вещественный символ границы, к северу от которой жили легендарные племена и люди-великаны. Ибн Фадлан был одним из первых путешественников, чьи записки раздвинули границы познанного мира далеко на север. Отсюда мы начнем свое путешествие. На нашем пути на берегу Каспийского моря лежала земля Габустан. Природа предназначила ее для священнодействий. Мы обнаружили каменную плиту, которая звучала от ударов по ее поверхности. На скалах Габустана сохранились рисунки, возраст которых насчитывает 10 тысяч лет. Это каменная книга, хранящая память исчезнувших миров. Книга, текст которой останется тайной навсегда.
Через пустыню Каракумы проходила караванная дорога из Ирана в Хорезм. Мистариан, один из древних городов, контролировавших эту трассу. Почти все его постройки превратились в груды щебня. Листья, разбросанные ветром истории. Из этих плоских кирпичей в X веке были сложены искусные стены дворцов. Сохранились два минарета и портал мечети. На городище Мистариана обнаружены развалины трех больших караван-сараев. Окончательно город погиб в 15 веке. Купцы из разных стран платили налоги правителю Хорасана. Правитель на эти деньги содержал чиновников и вооруженную охрану, которая поддерживала порядок на дороге. Так обеспечивалась безопасность торговли. Именно поэтому арабское посольство переоделось купцами и влилось в большой торговый караван. Дорожные станции, рабаты, служившие надежным приютом караванов, встречаются каждые 30 километров. 300 лет назад здесь еще были цветущие города. Это начальный участок пути между Востоком и Севером, который мы назвали Серебряным путем. Отсюда, с оазисов Хорасана, начиналась средневековая дорога, которая пролегала через города Хорезма, междуречий Волги и Камы, и далее в страны Северной Европы. Отправлявшиеся из этих мест торговые караваны лишь в течение года преодолевали путь до Булгара. На спинах верблюдов покоился груз благовоний, черного перца и изюма, но главным товаром было серебро. Из серебра древние русы и скандинавы делали магические украшения. Обратно с севера на восток везли меха черных лисиц и соболей, олова и красивых девушек, рабынь. Развалины древних городов говорят о былом могуществе торговых связей предприимчивых купцов. Посольство двигалось по древней дороге от Нишапура к Мерву. Преодолев Иранское Нагорье, путешественники устремились к транзитному торговому городу под названием Сирахс.
Отсюда, из Сиракса, начался долгий путь замечательного арабского путешественника Ибн Фадлана, который вышел из Багдада с дипломатическим поручением халифа. С этого места начался долгий путь его страны неведомые севера. Но не было здесь этого мавзолея. Он построен через 100 лет. Не было здесь и развалин. Вместо развалин здесь был цветущий феодальный город Хорасана. Здесь были базары, рынки, здесь были, так сказать, торговцы со всех стран. Туркменки Сиракса пекут хлеб способом, которому более 1000 лет. Специальным приспособлением они делают дырочки в лепешке, чтобы воздух вышел из теста и лепешка получилась плоской. Хлеб выпекают в глиняных печах, тандырах. Приготовление хлеба – исключительно женское занятие. Эта лепешка может храниться месяцами. Красный цвет туркменских женских одежд символизирует плодородие. Вышитые узоры являются оберегами. Они служат магической защитой от дурного влияния. Женщина, дети и теплый очаг – это вечное триединство жизни. В Сираксе отдельными общинами живут курды и фарси. Они сохраняют традиционный образ жизни. В семьях курдов обычно много детей – столько, сколько даст Аллах. По обычаю, старшая женщина семьи пьет чай с внуками, отдельно от мужчин. Кажется, что она весь день сидит в тени и ничего не делает, тогда как она управляет домом. Мы направляемся в общину Белуджей, расположенную в долине реки Мургаб, затерянной в песках каракумов. Белуджи, небольшой по численности ираноязычный этнос, сохранили до наших дней свою неповторимую культуру. Память поколений хранится в ярких красках женских одежд и в ритуале встречи гостя. Гостям предлагают традиционную лепешку. Надломить и вкусить гостевой хлеб означает приобщиться к домашнему очагу. У Белуджи сохранилась ритуальная мужская игра с палками. Ее танцуют под бой барабана, доль. Барабан доль распространен у кочевых племен от Индии до Средней Азии. На нем может играть только представитель племени Лори, племени ремесленников и музыкантов. Височный локон чатр – непременная деталь женского костюма. Старшие женщины обучали девушек с 14 лет вышивать узоры для одежды будущего мужа. Раньше все женщины Белуджи одевали белую накидку из марли. Цветная накидка является нововведением, заимствованным у туркмен. Каждый узор имеет свое название и занимает строго положенное место. Многие обычаи Белуджи после того, как их лишили возможности кочевать, изменились до неузнаваемости. Но древний закон гостеприимства сохраняет свою силу.
находимся у развалин средневекового города Мерва. Это второй город, который посетил в 921 году Ибн Фадлан на своем далеком путешествии. Он был основан в период господства Ахеменидской династии Ирана. Затем вошел в царство Парфянское и после этого вошел в состав Ирана Сасанидской династии. Именно здесь, в Мерве, закончил свою жизнь последний шахиншах Сасанидского Ирана, который скрывался от арабов, наступавших на него, на мельнице и был выдан мельником. Начиная с 651 года, начинается постепенное проникновение арабов и распространение ислама на территории Средней Азии и в северных районах, вплоть до Поволжья. В период Ибн Фадлана Мерв был столицей провинции Хорасана и подчинялся власти саманидского эмира, который находился в Бухаре. И вот этот крупный город, центр культуры, посетил Ибн Фадлан. Он, так сказать, пробыл здесь недолго, но приобрел здесь, так сказать, ткани, которыми одаривал правитель агусских племен в Северном Прикаспии. И паломники устремлялись к мавзолею султана Санджара. Этот мавзолей построен в 12 веке. Под тяжелыми плитами усыпальницы был спрятан колодец. Расчищенный несколько лет назад источник был снова засыпан властями, чтобы не вызывать новой волны паломничества. Замкнутый овал оплывших стен Мерва X века напоминает кратер гигантского вулкана. Тысячу лет назад здесь бурлила жизнь. Сегодня в этих местах, если повезет, можно найти серебряные или золотые монеты. Мерв лежал на знаменитом шелковом пути и повторил судьбу многих городов Средней и Центральной Азии. После открытия европейцами морского пути в Индию транзитная торговля пришла в упадок, и великолепные города обезлюдили. Базарные площади превратились в дикие пастбища для верблюдов. В сумерки крики шакалов оглашают окрестности. Добрый совет путнику – не останавливаться здесь на ночлег. Несколько веков для потомков существовал внутренний запрет на посещение этих мест. Страх – лучший стражник. Невидимое волшебное воинство джиннов надежно охраняло тайны Мервы. Такова метаморфоза истории. Жизненное пространство древнего города превратилось в нечто противоположное – обиталище духов и демонов. Мертвые города будут еще не раз встречаться на нашем пути, как знаки тщетности усилий человека победить время. Святые места – универсальные явления мировой традиционной культуры. Места захоронения наиболее почитаемых святых обнесены высокой стеной, как бы ограждающей особый магический мир. Могила святого, как правило, имеет преувеличенно большие размеры. Таким образом, народная фантазия наделяет святого могущественной силой. Монеты и ткань принесены в дар святому. На кустах и деревьях паломники оставляют полоски тканей. Святой куст
символ мирового дерева, которое связывает человека с космосом. Расположение святых мест не случайно. Обычно они встречаются на пересечении дорог, у водных источников, около разрушенных мечетей. Поэтому они могут служить надежными знаками, маркирующими древнюю торговую дорогу. Святое место – это пространство надежды, иногда последней надежды. Когда исчерпан круг реальных возможностей, а облегчение не приходит, когда болезнь неизлечима, когда не рождаются дети, тогда обращаются к иррациональному. Бездетные женщины оставляют здесь игрушечные люльки в надежде, что Аллах смилостивится и пошлет ребенка в семью. Паломники рассказывают, что здесь можно ощутить энергетический импульс, который может быть как положительным, так и негативным, в зависимости от того, с чем пришел сюда паломник. Стен древнего Амуля, расположенного на левом берегу Амударии. В руках у меня черепки. Этим черепкам более 2000 лет. Они свидетельствуют о древности этого города. Таких черепков на поверхности здесь очень много. Сюда, в древний Амуль, Ибн Фадлан прибыл в конце сентября 921 года. Это был третий большой город на его пути. Город Амуль – это крупный торговый культурный центр, и, что очень важно, это место самой крупной большой переправы через Амударью. Амударья была большая и бешеная река, не зря ее называют бешеной Джейхун. Отсюда мы направляемся на переправу. С древних времен Амударья почиталась как источник жизни. Зороастрийцы называли ее Анахитой, богиней воды и плодородия, и рисовали в образе прекрасной девушки. До наших дней дожил обычай бросать в воду на середине реки узелки с солью. Это жертвоприношение Амударье. Еще живы исследователи, которые видели речные суда с носовой частью в виде человеческой головы, украшенной длинными косами, раковинами и амулетами. Это было изображение Анахиты. Как в древние времена, путники ориентировались в пространстве по звездам, солнцу и путеводным знакам – обо. Обо – это груда камней с воткнутым в нее шестом. Путник должен был оставить здесь камень, ветку, сосуд с водой или монету, дар духу местности. На пути в Бухару мы встретили такой знак. Это обо рядом с мавзолеем Чебурдан-Баба. Thank you.
Бухаре, около мавзолея Саманидов. Это усыпальница основателя саманидского государства Исмаила Самани и членов его семьи. Построены более 1000 лет тому назад. Мавзолей – замечательный памятник 9-10 веков. Это памятник до мусульманской культовой архитектуры, в котором уже появились первые признаки новой мусульманской архитектуры. Это уникальный памятник архитектуры Средней Азии. Бухара – четвертый город на пути Ибн Фадлана. Это крупный центр. Сюда, в Бухару, Ибн Фадлан прибыл 5 октября 921 года. Поскольку это было первое посольство багдадского халифа, то им был устроен торжественный прием у эмира Насра ибн Ахмеда, который вступил на престол в 914 году. Членов посольства поразила молодость эмира, которого они назвали безусым мальчишкой. Ему в то время было 16-17 лет. Посольство поздравило эмира вступлением на престол, поскольку эмир признавал верховную власть багдадского халифа. В Бухаре посольство пробыло почти целый месяц. Бухара этого времени, 9-10 веков, это крупное государство саманидов, центр государства саманидов, охватывающий почти все основные районы Средней Азии. Это торговый, ремесленный и идеологический центр, центр богословия мусульманского этого времени. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Знаменитый Бухарский базар – это особый мир. Люди приходят сюда не только за покупками, но и пообщаться. Как и в былые времена, местные мастера и земледельцы приносят сюда плоды трудов своих.
Бухара стоит на том же месте, что и тысячу лет назад. Не случайно поэтому здесь сохранился особый уклад жизни и многие традиционные промыслы. Недалеко от рынка расположена мастерская старого медника Кули. Он ремонтирует старинную медную посуду, которой до сих пор пользуются жители Бухары, считая ее безопасной для здоровья. Мастер Шакир – потомственный кузнец. Он потомок арабов. Его мастерской более 150 лет. От своего отца Шакир перенял не только умение ковки, но и знание арабского языка, необходимого для понимания шрифтов реставрации сосуда. В мастерской Шакира хранятся кумганы, выполненные руками его деда. Изображения таких сосудов встречаются в миниатюрах древних рукописей. После посещения Бухары арабское посольство вернулось к Амударье и наняло корабль, чтобы плыть вниз по реке в Хорезм. Как и в те далекие времена, вдоль берегов Амударьи возделываются небольшие рисовые поля. Большая же часть берегов необитаема из-за близости пустыни и покрыта зарослями камышей.
караван-сарая Даяхатын XII века, который находится на левом берегу Амудари в 180 километрах от Амуля древнего Чжоу. Это типичный образец феодальных средневековых караван-сараев Средней Азии. Это один из наиболее лучше сохранившихся караван-сараев. И очень важно, что по такому же типу были караваны в эпоху Ибн Фадлана. Один раз в году караван-сарай оживает. Около его стен устанавливаются легкие жилища кочевников, юрты. Они наполняются кожаными бурдюками, цветными кошмами и знаменитыми туркменскими коврами, известными в Европе под названием персидских. Такую картину мог видеть тысячу лет назад Ибн Фадлан. В традиционных костюмах девушек-казашек заключена глубокая символика. В орнаменте можно различить солярные и тотемные знаки и растительные мотивы. На осенний праздник в Даяхатын приехали музыканты, танцоры и мастера народных промыслов. Особенно интересны украшения туркменских девушек. Эти ювелирные изделия составляют особую группу, которая отличается как от женских, так и от детских украшений. Девичьи шапочки имеют вид заостренного маленького шлема. Форма губбы восходит к форме боевого шлема легендарных женщин-амазонок. В особо торжественных случаях девушки и женщины одевают массивные нагрудные украшения, в центре которого помещается огромная розетка со вставками из сердолика. Без сомнений, это деталь архаичного боевого костюма. Нижний край украшения завершает дождь серебряных подвесок и бубенцов. Они издают мелодичный звон, воспетый в народных песнях. Thank you.
Окончен праздник. Экспедиция продолжает путь Ибн Фадлана. В 10 веке Дарган считался самым большим городом на левом берегу реки Амударьи после Гурганджи. В нем была прекрасная соборная мечеть, лучшая в области. Сохранились стены, со всех сторон опоясывающие город. Их планировка прослеживается довольно четко. Арабское посольство прибыло в Хорезм зимой. Ибн Фадлан описывал местные обычаи. Один из них связан с древним почитанием огня. Когда хотели оказать благодеяние ближнему, то его приглашали в дом со словами: «У меня хороший огонь». Нищий, входя в жилище, дотрагивался до огня. После этого он мог просить хлеб. Возле крепости имеется коллективная усыпальница и мазар Абу Муслима. В пятницу, день собраний, верующие приезжают сюда для полуденной молитвы и слушания проповеди. На вершине конического холма Чельпык расположено культовое сооружение, возраст которого 2000 лет. Это Дахма, башня молчания. Ее верхняя площадка использовалась зороастрийскими жрецами для погребального обряда. Наша экспедиция прибыла в город Куняургенч в северной Туркмении. Мы находимся на городище Куняургенч, который во времена Ибн Фадлана было городом Джурджания. Этого минарета не было в то время, он построен 4 веками позднее. Именно здесь арабское посольство провело зиму 921-22 года. Зима была очень суровой для арабов, привыкших к теплому климату, она была чрезмерной. И Ибн Фадлан описывает эмоционально строгость тяжести этой зимы, и иногда даже преувеличивая. За время остановки они заготовили провизию, мясо и рис, зашили кожаные лодки для переправы. Отсюда 4 марта 922 года в составе огромного каравана арабское посольство двинулось на север, в далекие неведомые страны, где обитали тысячи племен неверных. Этот путь занял 70 дней. Городище Шимаха, позднее превращенное в кладбище. Здесь был рабат Замджан, носивший название «Врата тюрок». И посольство останавливалось в нем на один день. В 10 веке варварская империя кочевников агузов стало угрожать жизненным коммуникациям Хорезма. Вдоль могучего обрыва плато Устюрт располагалась цепь хорезмийских укреплений, закрывавших спуски с Устюрта в долину.
Одно из них – городище Девкискен. Его название означает «город, построенный джиннами». В средние века здесь располагался оживленный город Вазир. На крутом и высоком каменном плато высятся руины крепости с двух других сторон, охваченные глубоким рвом и стенами. Некогда здесь был оазис, получавший воду из реки Амударьи, но впоследствии река изменила направление своего русла. На территории городища сохранились три безымянных мавзолея и совершенно разрушенная мечеть. Сегодня этот город посещают только паломники и исследователи-археологи. На самом углу плато расположены остатки грандиозного замка, построенного в раннее средневековье. Город Вазир утратил свое значение в XVI веке. Экспедиция достигла пустыни Усюрт к югу от Аральского моря. Мы находимся у караван-сарая Куланлы, основанного в X-XI веках. Целая серия таких караван-сараев охраняли торговый караванный путь из Хорезма в страны Восточной Европы и Среднего Поволжья. Куланлы отождествляется стоянкой гид, или иначе джид, упомянуты в отчете Ибн Фадлана. Здесь арабское посольство провело два дня, 7-8 марта 922 года. Они могли любоваться замечательным пейзажем восточного Чинка. Башни и сегодня являются ориентирами в этой местности. Харизмийцы использовали их для подачи световых сигналов при появлении вражеской конницы. Торговый караван, пересекая плато Устюрт, за 10 дней не встретил ни одного человека. Караван-сарай Белеули расположен в центре пустынного плато Устюрт. Обнаружить его мы смогли лишь с помощью проводника. Сохранившийся портал был виден за 10-12 километров. Караван-сарай ориентирован углами по странам света. Рядом сохранились выложенные камнем хранилища воды для обеспечения торговых караванов. На пересечении главной торговой дороги и кочевых троп расположен старый Бейнеу. Здесь находится древний некрополь. Издалека мавзолеи создают иллюзию живого города. После трудного перехода через плато Устюрт путешественники останавливались у благодатного родника. Возможно, что здесь имелся и караван-сарай, но следов его не обнаружено. Подземная мечеть Бекет-Ата вырублена в массиве скального мыса. Главное помещение мечети круглое в плане. Его интерьер имитирует казахскую юрту. Это одно из самых почитаемых святых мест в Западном Казахстане.
Местное население оберегает этот памятник и верит в его исцелительную силу.